Новый пункт пропуска «Бедель» – это новый шаг в развитии двусторонних отношений Кыргызстана и Китая. Налаживание не только торгово-логистических связей, увеличивая пропускную способность, но и развивая туризм. Церемония открытия началась с видеообращений председателя Кабинета министров Акылбека Джапарова и члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ма Синжуя. Пункт пропуска «Бедель» станет не только воротами для дальнейшего экономического сотрудничества, но и мостом дружбы и взаимного уважения между странами, а в ближайшем будущем превратится в важный международный транспортно-логистический коридор, который будет способствовать увеличению объема торговли и пассажирских перевозок между Китаем и странами Центральной Азии. Новый транспортный коридор станет третьими крупными воротами и мостом, связывающим Кыргызстан и Китай наряду с пунктами пропуска Иргиштам и Торугар, способствуя еще более тесному взаимодействию и расширению существующих маршрутов. Это уникальный проект, расположенный на границе между живописной Иссык-Кульской областью и процветающим Цинцзянь-Уйгурским автономным районом, укрепляет дружбу и сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем. За короткое время проделана огромная работа, и впереди еще много задач. Это лишь начало нашего большого пути. Открытие пункта пропуска «Бедель» откроет новый этап в кыргызско-китайских отношениях, создавая новые проекты и возможности, которые будут способствовать благосостоянию и процветанию обоих народов. Открытие моста, соединяющей две страны, открыло дорогу для первых грузовых автомобилей, а также граждан, которые в торжественной обстановке посетят Кыргызстан в качестве туристов. Пункт пропуска работает и днем, и ночью. Сейчас здесь задействовано больше 20 военнослужащих. Работа ведется в две смены. Военнослужащие здесь находятся 15 дней и 15 дней в воинской части 2028. Отметим, что строительство новой дороги на кыргызско-китайской границе и открытие пункта пропуска обсуждались в рамках государственного визита президента Садыра Джапарова в Китай в мае прошлого года. Сегодня эти договоренности реализованы в жизнь. Сам пункт пропуска «Бедель» открыт по упрощенному порядку с созданием временной инфраструктуры. В настоящее время проведено электричество, построена временная дорога Барскон-Учтурфан-Аксу. Протяженностью 58 километров до пункта пропуска, а также возведены мосты. Полномасштабное строительство автомобильной дороги, а также создание таможенной и пограничной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам, будет совместно реализовано до 2027 года. Надежда Усова, Умар Малашев, Тимур Сыдыгалиев, Алатау 24.